Привет, с вами Женя, английский за одну минуту. Сегодня у нас past simple, простое прошедшее время. Действие, которое один раз или регулярно совершали в прошлом, а также постоянный признак предмета или характеристика человека в прошлом. Как его сделать? В утверждение к правильному глаголу мы добавляем окончание ed. В случае неправильных глаголов мы используем их вторую форму. I like to swim. Я любил плавать. He went to school. Он ходил в школу. Для отрицания мы используем помощник didn't для всех лиц. I didn't like to swim. Я не любил плавать. He didn't go to school. Он не ходил в школу. Обратите внимание, после did у нас глагол в настоящей форме. Для вопроса мы помощник did поставим на первое место в предложении. Did I like to swim? Я люблю плавать. Did he go to school? Он ходил в школу. Ну вот, английский в пределах одной минуты.